Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам хочу показать, как связать вот такую вот панамочку. Из всяких остаточков пряжи можно ее связать. Материал я вязала из кавказской пряжи, она в два сложения, но можно взять любую другую, приблизительно похожую на нее. Ну, кавказская где-то 250 метров на 100 грамм. Ну, приблизительно вот, ориентироваться, если по этому метражу, можно подобрать любую другую пряжу. Вот. Вязала, как видите, но здесь я взяла более такие нейтральные тона, не сильно чтобы они кричащие цвета. Вы можете взять, ну, любые, какие у вас есть в остатках пряжу. Любую можно. Можно более яркие, можно более контрастные тона. Она может еще больше заиграет, такая шапочка. Такую вот мы сегодня будем вязать. Так, я теперь вам хочу показать размер этой шапочки. Так, и рекомендации, как ее там по ходу, когда будете вязать, обратите внимание. Вот это у нас шапочка на 50-52 объем головы, и высота шапочки у нас 17 сантиметров. Такая вот. Если вы хотите побольше, да, будете больше или меньше, где вы ее можете уменьшить? Вот смотрите, на том ряду, где мы будем вот, по видео увидеть, вот здесь вот, вот по этой линии вы можете или уменьшить, или увеличить размер. Вот, да, вот эту часть вяжите без изменения. Но когда подойдете вот именно к этому ряду, там у меня, по-моему, по 3 или по 4. Ну, в общем, там посмотрите, я уже плохо помню. Там посмотрите, если вы будете меньше делать, то меньше воздушных петелек сделайте. Если больше, то, соответственно, на одну, лучше всего на одну воздушную петельку увеличите. Уменьшать тоже на одну, потому что вот по кругу у вас наберется как раз нужное количество петелек, которые вы будете или уменьшать, или увеличивать. И дальше, когда вы уже продолжите вязать, у вас как раз вот этих вот объем головы будет или больше, или меньше. Соответственно, если вы здесь измените число воздушных петелек. Вот. И высоту шапочки. Высоту шапочки, ну, наверное, увеличивать ее никак не получится. Это будет чересчур большая. Но уменьшить можно, убрав одну вот эту, один элемент вот такой вот, например, да, и где-то остановиться вот здесь вот на... Вот на моей, на розовой, или же вот здесь вот. Высота шапочки уменьшится. Вот это вот я сказала, и давайте приступим к вязанию панамы. Итак, начнем вязать нашу шапочку. Так. Набираем цепочку из 6 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5, 6. Замыкаем кольцо. Поднимаемся на 3 воздушные петельки. Вяжем столбик с накидом в кольцо. Потом 2 воздушные петельки. И опять сюда в кольцо столбик с накидом. И 2 воздушные петельки. И еще один столбик с накидом. 2 воздушные петельки. Еще один столбик с накидом. 2 воздушные петельки. Так. Столбик, 2 воздушные. Столбик, 2 воздушные. И столбик, 2 воздушные. Так, у нас в кольцо получилось
раз, ну, считаем вот эти вот на подъем, то что у нас были петельки, ее считаем как 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 петелек. И закрываем соединительной петелькой наш первый ряд. Теперь следующий ряд. Переходим в арочку соединительной петелькой. Поднимаемся на 2 воздушные петельки и вяжем сюда же столбик с накидом. Одна воздушная петелька, сюда же 2 столбика с накидом. В следующую 2 столбика с накидом. Раз, два и 2 воздушные петельки. Опять сюда же 2 столбика с накидом. Так вяжем в каждую дырочку вот такие вот наши столбики. Так, вяжем по кругу. Так, раз столбик, два, 2 воздушные. Опять раз, два. Здесь уже не вяжем. Вяжем то воздушные только вот когда провязываете изнутри. А между ними столбик не делаете. Ой, воздушную петлю не вяжете. Так, вот я провязала 2 столбика. Без воздушной перехожу в другой столбик, вяжу. Еще один столбик. И 2 воздушные петельки. И опять столбик. Столбик, воздушную не вяжем, переходим в следующую дырочку, опять столбик, столбик, 2 воздушные. Ой, мне ниточка. Так, дальше опять сюда же 2 столбика с накидом. Следующие опять 2 столбика с накидом, 2 воздушные и сюда же 2 столбика с накидом. Раз, два. О, господи. Подходим к концу, заканчиваем наш круг. 2 воздушные, 2 столбика в конце и заканчиваем соединительной петелькой и переходим вот сюда. Еще одна соединительная петелька. Вот такой вот кружочек у вас должен получиться. Дальше поднимаемся на 2 воздушные петельки, затем вяжем вот между столбиками. У нас вот в это отверстие вот 2 столбика, здесь 2, между ними полустолбик с накидом. Опять 2 воздушные и соединяем вершину. Так, вот сюда
вот сюда вот. Соединяем обычным столбиком. Опять 2 воздушные. И соединение у нас с накидом столбик. 2 воздушные, обычный столбик. 2 воздушные, столбик, полустолбик с накидом. Так вот вяжите. Так, поближе покажу. Вот так вот у вас должно получаться. Так, дальше опять 2 воздушные, обычный столбик, 2 воздушные, столбик с накидом, 2 воздушные, обычный столбик, 2 воздушные, столбик с накидом, опять 2 воздушные, обычный столбик, и так до конца нашего круга. Столбик с накидом, 2 воздушные, обычный столбик, 2 воздушные, столбик с накидом, 2 воздушные, обычный столбик, 2 воздушные, столбик с накидом и 2 воздушные. Заканчиваем ряд соединительной петелькой. Все, нам эта белая ниточка не нужна. Будем вязать другой ниткой. Так, у меня кремовый. Итак, протягиваем ниточку, нашу арочку из воздушных петель. Провязываем одну воздушную петельку и дальше будем вязать обычными столбиками, просто обвязываем сюда 1, 2 и заодно мы прячем вот эти наши ненужные ниточки. В следующий раз, в следующей арке, так, прячем ниточку, 1, 2 сюда же 3 столбика обычных. Так, эти уже можно будет потом отрезать ненужные. Опять в арочке 1, 2, 3 и вот так вот в каждой арочке по 3 столбика без накида провязываем. 1, 2, 3. Вот так вот обвязку делаете. Опять 1, 2, 3. 1, 2, 3. Вяжем так по кругу до конца ряда. Довязываем до конца. И закрываем. Кружочек наш мы закончили. Так, дальше вяжем. Закрепляем ниточку. Так. И теперь так, пропускаем 1, 2 вот эти вот петельки и в третий вяжем столбик с накидом, 2 воздушные петельки и в нашу
под наш столбик вяжем 3 столбика с накидом. Раз, два и три. Опять пропускаем 2 петельки, в третий вяжем столбик, 2 воздушные петельки, и под наш столбик вяжем 3 столбика с накидом. 2 и сюда же 3. Опять пропускаем 2 петельки и в третий вяжем столбик с накидом. Раз, два, 2 воздушные петельки и под столбик 3 столбика с накидом. И опять пропускаем 2, в третий вяжем столбик, 2 воздушные петельки и под столбик 3 столбика с накидом. Раз, два, три. И вот так вот по кругу продолжаете вязать. Итак, вот мы подошли к концу. Так, у вас должно получиться 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 элементов узора. И заканчиваем вязать вот здесь вот, вот в основании нашего первого узора делаем соединительную петельку. Поднимаемся на 2 воздушные петельки и делаем соединительную петлю. Вяжем вот здесь вот, на вершине нашего элемента узора. Так, вот так вот мы заканчиваем этот ряд. Теперь вяжем по 3 воздушные петельки. 3 воздушные соединяем с вершины элемента узора. Опять 1, 2, 3 и опять в вершину нашего узора. 1, 2, 3 и соединение в вершину элемента узора. 1, 2, 3 и вот сюда. И так до конца ряда. Итак, я закончила обвязку, соединила этот ряд вот в конце, и нам та ниточка уже не нужна. Теперь переходим к вязанию следующего ряда и следующего цвета. Вводим ниточку вот сюда в арку, вяжем 1 воздушную петельку. Теперь вяжем так: 1 столбик с накидом, еще 1 столбик с накидом сюда же, и 1 столбик с 2 накидами. Вот так. Теперь 1 столбик с накидом, 1 полустолбик с накидом и 1 обычный столбик. Таким вот образом. В следующую арку переходим и отсюда опять вяжем столбик без накида, затем полустолбик, затем 1 столбик с накидом, 1 столбик с 2 накидами,
затем один столбик с накидом, один полустолбик с накидом и один обычный столбик без накида. Вот таким вот образом. Опять переходим в следующую арку. Столбик, столбик без накида, полустолбик с накидом, затем столбик с накидом, затем столбик с двумя накидами, опять столбик с накидом, полустолбик с накидом и столбик без накида. Вот так. В общем, середочки вы ее удлиняете каждый раз, с каждым столбиком она у вас удлиняется. И вот такие вот у нас арки получаются, такая волнистая линия. И вот так вот вяжите по кругу. Так, заканчиваем ряд, заканчиваем соединительное вот начало нашего ряда и опять соединительными петельками поднимемся на вершину нашего узора. Вот так вот поднялись. И раз, два, три, четыре, пять воздушных соединяем с вершинкой вот этого следующего узора. Таким вот образом. Опять раз, два, три, четыре, пять. И соединяем с вершинкой следующего узора. И так до конца. Раз, два, три, четыре, пять. И соединяем с вершиной. Раз, два, три, четыре, пять. Таким вот образом.